К другим темам. Концентрация некоторых дурно пахнущих веществ над Кировом все-таки была превышена. Специалисты Департамента экологии и природопользования сегодня озвучили результаты своего мониторинга воздуха. Исследование лаборантов департамента показало, в ряде точек на юго-западе города имеется превышение предельно допустимых концентраций в воздухе сероводорода. И предположительно, источники этого запаха находятся на территории предприятия в том районе, проверить которое могут только федеральные надзорные органы. Именно поэтому экологи направили результаты своих исследований в Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Напомню, специалисты этих организаций после исследования отчитались, что воздух в городе чист. Впрочем, обращение специалисты Департамента экологии направили еще в прокуратуру и городским властям. Учитывая нарастающую, я бы сказал, ярость обращения населения, мы сочли необходимым обратиться в администрацию города Кирова и рассмотреть вопрос о заслушивании предприятий, руководителей предприятий, находящихся в зоне промышленного узла Кировский биохимический завод, на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.